Всем привет, с вами я, Алиса. Сегодня хочу показать мои покупочки на сегодня. Мы ходили по разным магазинам. В одну большой магазин, это мега называется. Там мне прикупили в одном магазине, в мега там огромный центр магазина. И там был такой косметичка, кажется, магазин называется. Там мы прикупили вот такую вот для меня красивую косметичку. Коллекции. Вот так она называется. Она очень хорошая, удобная, можно носить с собой. Она называется косметичка. Такая вот красивая. Там еще была желтая и синяя. И мы там еще прикупили вот такой вот, сказать, блеск для губ. Мне он очень нравится. Вот такая вот. Я не буду демонстрировать. Такая вот косметичка. Хорошая штучка. Она прям мягкая, удобная. Я туда уже всю мою косметику сложила. Вот тут аж прям как подушка мягкая вот тут. Ну, такая вот косметичка. Так. Дальше мы купили кошелек. Ну, не кошелек, но, как бы сказать, чехол для моих очков. Видите, это из коллекции Betty Boo. И там был тоже кошелечек Betty Boo. Так он выглядит. Там черный, красный. Это оптика, да. Там оптика еще была. Так, вот такие вот бусинки. Это Betty Boo. Так, вот Betty Boo. И вот тут сама Betty Boo. Он открывается. Тут тоже мягкое. И, конечно же, вот такой вот для очков, чтобы стереть. Betty Boo. Так. Так. Дальше. Сейчас. Не купили. Нет, это пока что мне купили в Меге, а потом мы ездили в ЦУМ и мне купили кукурузу. И вам, кажется, уже делала обзор, вот такая, какой она хорошая мешала. Она недорогая, для нас недорогая, ну, для нас недорогая. Такая кука не может только дешево стоить. Ну, скидочка была, потому что не. Ну, вовремя пришли. 1999 рублей. Да. Я свои деньги купила, если что. Это вот это, и это мне мама купила. И папа. Вот это свои деньги купила. Так, дальше. Купили штаны. У мальчика. Это в Меге, я забыла. Это очень удобная мальчика. Кстати, красивая даже. Я сейчас примерю ее. Сейчас. Хотите, у меня нет какого-то торможения, как бы. Так что я буду вот так. Мне еще купили штаны, но я вам не вижу. Я буду вот так это все выглядит. Вот. Вот так это все выглядит. Оно очень красиво. Вот так дальше. Вот так. Такая очень маечка. Тут ножки. Эти часы, а вот тут машина. Господи.
Где? Вот там? И тут машина. Так. Кармельчик и штаны. Ой. И штаны. Брючки. Я их одевала. И знаете, как это все выглядит. И мы еще прикупили вот такой вот поезд. Это все мы покупали в Меге. А куклу в Суме. В Суме я только магазин Катюша. Там еще ванна для Дракулавры была и мотоцикл для Гули. Мотоцикл для Гули был очень дорогой. А ванна... Мне не хотелось ванну. Ванна была недорогая, но мне ее не хотелось. Хотелось штаны. Они очень удобные именно. Когда мы покупали маечку, у нас не было вот такого вот аж кулечка, чтобы были эти. И именно, нет, у нас есть такой магазин Хобби-центр. Там стали другие пакетики. Раньше такой подарочный пакетик, там это Хобби-центр. И там тоже раньше так было. Вот такой вот кулечек. Он обычный. Там еще маме нужно будет. Вот такой вот обыкновенный кулечек. Так. Так. А маме еще купили, маме. Нет, не там. И маме еще купили духи. Я сейчас выпускаю весь флакон, и все будет там сейчас очень быстро. Это просто мне дала фанатку. Такая вот коробка от нее. Духи, честно говоря, не знаю, где. Давай в сторону. Так. Вот так. Вот так духи называются. И вот это духи. И вот духи. На этом мои покупочки. Секунду. Подожди. Так, подожди. Секунду. Простите. Ладно, всем пока. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Пока-пока.